ты время видела? И чё? Ты семейный ужин тебя вообще не волнует. Я там со скуки помираю. Ты курила? Хорош мне мозг выносить! Привет. Привет. А это кто? Не твое дело. Хорошо, просто будь, пожалуйста, поаккуратнее. Забыла, ты была права. Прости меня, пожалуйста, за все. Изабель, смотри, какие туфли крутые купила. Версачи, 1000 баксов стоят. Крутые, да? Мне кажется, они немного дороговаты, учитывая, что нам еще оплачивать квартиру. Ну ты зануда. Кстати, не хочешь сегодня пойти потусить? Ира, я хочу пока поэкономить. Ну, нельзя же все время экономить. А мне кажется, что нельзя все время спускать все деньги на шматье, а потом занимать у меня на оплату хаты. Знаешь, я себе, пожалуй, другую соседку поищу. Надо так и ходить в своих паленых кроссовках. My mama hanging my seat. Days are long now. Sundown. Я смотрю, машина новая. Бойфренда, наверное. Да нет, сама заработала, купила. Привезла ее подруге, сейчас на море уезжаю. Думаю, пусть покатается. А кеды-то все те же. А ты знаешь, можно и в старых кедах чувствовать себя на миллион, а в Dior и в Gucci всего лишь на троечку. Смотри, какой классный. Это Артур? Да, ты его знаешь? Да так, виделись пару раз. Когда мы с ним поженимся, будешь моей подружкой-невестой? Конечно, буду. Спасибо, ты моя лучшая подружка. Алло, Диана, ты не хочешь сегодня погулять? Нет, Изабель, слушай, я сегодня не смогу, я за городом. Изабель, стой! Артур! Алло. Изабель, прости меня, это была ошибка. Давай поговорим. Извини, у меня нет сейчас на это времени. Пока. Изабель, слушай, прости меня за эту маленькую слабость. Мне наша дружба дороже, правда. Послушай, маленьких и больших предательств не существует. Я просто больше не могу доверять вам обоим, так что прости, но нет. О, сестренка, привет! А я к тебе на недельку пожить. Ты могла хотя бы предупредить? Да ладно тебе! Давай договоримся сразу. Ты мою косметику и одежду... Не берешь! А я ей говорю, Лен, не губи свою жизнь, тебе этот парень явно не подходит. Ты понимаешь, что мне? Изабель, ты слышишь этот звук? Какой звук? Изабель, это что за парень вообще? Ну, ему просто было негде переночевать. Изабель, ты поторопись, поторопись, а то опоздаешь, еще домой не попадешь. Да, ты права. Ну ладно, давай, пока. Пока. Слушай, смс-ка пришла. Рейс отменили. Я, в общем, еще останусь на недельку, да? Ты же не против? Хорош, хата. Ира? Хорошо, что вы здесь.
развяжите нас. Знаете, кто это? Первый раз вижу. Нет. Ты, скотина, вчера лайки ей поставил. Милая, я только тебя люблю, никому и лайки не ставил. А мой козел вообще написал комментарий. Сочная. А напомни, а почему мы его еще не убили? Блин, спасать. Пора, это вообще не проблема. Блин, девки, вообще-то у меня парень есть. Чё ж ты молчала-то? Ты чё, серьёзно? А чё мы это, фигнёй-то страдаем? Слушай, я давно хотела спросить, а каким шампунем ты пользуешься? Снежки, третий объём, да? Да. А, слушай, а вот грудь твоя можно попробовать, ладно? Я не сочная. Точно. Я тебе зачет по физкультуре не поставлю. Я уже не могу бежать. Вот студенты. Утром не разбудишь, ночью не найдешь. Смотри, какая. Ты должен с ней познакомиться. Что мне ей сказать? Скажи, что ты богат. Нереально богат. Думаешь, она поверит? Да. Привет, красотка. Je m'appelle Артур. А еще я богат. Нереально богат. Эта машина уже пятая у меня в гараже. Ну что, поехали в Рести? Конечно, поехали. Сейчас я только перепаркуюсь. Лошара! Чё лошара? Чё лошара? Ты сам-то богатый, богатый! А ты другую машину выбрать не мог? Да ну тебя нафиг! Да ладно, она тебе недостойна, братан! Это точно! Хорошо. Правда, не хватает мне. Сегодня была бы у нас годовщина. Я тоже. Ну, давай не о плохом. Расскажи, как ты? Хорошо, я каждый день вижу одну и ту же девушку, но никак не могу к ней подойти познакомиться. Жизнь одна, не теряй времени, действуй. Привет. Я Дан. Я так хотел давно с тобой познакомиться, но не мог к тебе подойти. Забей. Она у вас? Отлично. Пойдем. А куда мы идем? Сейчас узнаешь. Вера! Не забывай, что происходит? Мне кажется, ее стало слишком много в твоем инстаграме. Ты снимаешь с ней вайны, социалки, делаешь фотки. Но это не так. А прошлую субботу ты вообще пошла с ней гулять? Нет, не хотела. Угу. Я видела ваши сторис. Лучшие подружки. Фу, отстрелите ей башку. Стой! Да не подруга она мне, клянусь. Точно? Да точно, я ее видос только из-за жопы беру. Сэй, это сало? Ну да, знаешь, когда сценарий хромает, я ее беру, чтобы просмотры и лайки были. То есть я твоя лучшая подружка? Конечно, ты моя лучшая подружка. Ну, я так переживала. Все хорошо, пойдем в кафе? Давай, пойдем. А с ней что делать? Отпустите ее.